Уже почти готова к процедуре, и вся клиника ищет маркер. Так, сейчас мы глянем. Держи колпачок. Ага, спасибо. Сейчас я прорисую точки вкола. Так, ну я примерно в телефоне вижу так. Неприятно немножко, но все терпимо, колем без анестезии. Можно, конечно, и обезболить. Угу. Близко к нижней челюсти. Ты говори, если нужно напрячь. Угу. Можешь полтора даже сантиметра. Ну так, сантиметр, но не крупный. Я колю без анестезии. Так, как люблю. Острые ощущения. Ну что, мы закончили наши процедуры по омоложению. Результат от ботулотоксина мы увидим в течение 2 недель. Где-то на завтра, послезавтрашний день я уже увижу какие-то изменения. Дайте, пожалуйста, обратную реакцию, насколько вам это было интересно, чтобы я понимала, стоит ли мне записывать, потому что часто спрашивают: Раджана, какие вы делаете процедуры, какая у вас холеная кожа. Вот, я решила вот так вот рассказывать, показывать. Почему? Потому что процедур много. И, конечно же, хочу сказать отдельное спасибо Анжеле, которая сделала меня еще красивее. Познакомьтесь, наша скромная Анжела, которая не хотела себя показывать. В общем, надеюсь, была полезна. Приходите, будьте красивыми, будьте здоровыми. Ваша самбука.